better days to come and carry us like wind in our sails. Так, начинаем готовиться к Тёминому дню рождения, украшаем. На этот Тёма тут. Флажочки. Сейчас будем вешать флажочки с Майнкрафтом. Буду вешать вот на такие липкие крючочки. У меня на них были прикреплены звезды бумажные. Вроде как держались. Вон они до сих пор там некоторые висят. Но сейчас уже отлеплю. Кстати, я, по-моему, они многоразовые считаются. Ну, в принципе, можно вот так и вот тут вот, вот тут невысоко повесить. Мне кажется, влезет. Всем привет! Сегодня день перед Тёминым днем рождения. Сейчас пойдем или поедем, скорее всего, в Ленту. Немножко там надо купить, потому что в основном угощением будут служить суши, пицца. Тёма все мечтает. Вот, мы пойдем в основном там за напитками, за тортом. И Тёма еще хочет красный шарик себе. Вот, не знаю, правда, как нам его гелием надуть. Ну, или просто обычный будет. На палочке надо его будет купить. Не знаю, посмотрим. В этом году я, кстати, хочу попробовать, чтобы Тёма сам выбрал торт. Потому что он уже такой осознанный прям. Каждый час мне говорит, напоминает о том, что у него скоро день рождения завтра. Кстати, в Ленте именинникам идет 15% скидка. И я решила попробовать оформить на Тёму скидочную карту. Посмотрим, получится это или нет. У него на телефоне, как бы, я скачала приложение, и там просто есть скидка, и все. Хотя это, конечно, не совсем честно, потому что по правилам, по-моему, с 14 лет оформляются эти скидочные карты. Но, в общем-то, не так, чтобы совсем обман, потому что у него действительно день рождения, и мы действительно пойдем покупать все продукты для дня рождения. Вот, ну, посмотрим. Тёмыч, правда, совершенно не хочет ехать в Ленту, хоть его я и заманиваю тортом, кока-колой двухлитровой, шариком красным. Мама, я буду нести шарики. Шарики, да. Видишь, Тёмыч, надо подумать, может, тебе на палочке вот этот шарик. Потому что если он без геля, он не будет вот вверх. На каком шарике? Ладно, посмотрим. А, на палочке? Да. Нет, довольно. На веревочке? Угу. Так он волочиться будет на веревочке. Он же не будет вверх торчать шарик красный. Мам, мне надо все шарики, чтобы они были обычные с веревочками, чтобы подлетали наверх. Угу, подлетали. Мам, штук 20-30. Чтобы было 20-30 шариков, это довольно-таки дороговато, Тёмыч. Ну ладно, посмотрим, что там у нас с гелием вообще. Разберемся. Это мой помощник. Все прекрасно терпит. Ну, хоть бы телефон посмотрел, не? Нет. Будешь охранять? Угу. Ладно, сейчас быстренько. Девять покупок ты из 20. Из 20? Да, 9. 10. Ну-ка, раз, два, три, он смотрит на мой список. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще это одна покупка. Да. Еще одна покупка, и первый ряд закончен. Круто. Ну что? 12. И? 13. 13 штук из 20. Ага, почти все уже, да? Почти все. Теперь подходим к тортам. Так, давай мне сюда тележку. Куда ты ушел? Стой, стой. Вот так сейчас тележку поставим. Стой. Это маленькая кола. А ты давай смотри торты. Вот иди сюда. Значит, вот иди сюда. Есть вот всякие тут. Ну смотри. Ну, в принципе, можно божья коровка. Не, божья коровка маленький торт. Мам, можно вон, вот. Вот такой? Фу, да. Выглядит не очень. Ну да. Медовый. Можно вот такой. Так. Вот такой. Такой тоже маленький. У нас будет
7 человек. Что-то торты-то тут не очень как-то. Выбирать торт самое скучное. Скучное? Да. Ты же его есть вот будешь. Этот? Да. А, вот этот был крем-брюле. Крем-брюле. Брюле. Ну-ка скажи крем-брюле. Крем-брюле. А ты халтуришь, да, мне выбирать опять торт? О, боже. Вот только и смотрит за Кока-Колой. Ага, Кока-Кола. Это причем же красная, Тём, она с сахаром. Не выбрали мы, короче, торт, потому что там маленький выбор. Придется ехать в еще одну ленту. Так, самого главного напитка 2-литрового нету, без сахара. Вот, только получается литровые. Вот там, по 93 рубля уже. Тёма главные напитки взял. Не... Ты сейчас уронишь их. Не уронила. Все? Надо вот... Ну ладно, все, пошли. Домой? Так надо за тортом. А, в следующий магазин только за тортом? Только за тортом. И домой, да? Да. Тёме еще надули шариков. 5 штучек получилось. 350 рублей. Такой дороговизна эти шарики вообще. Но он вот рад. Не скучно. Главное, не лопни их до дня рождения. Не лопни. Тёма, счастливый обладатель шариков. Ты можешь руки-то опустить пониже. Во. Иди. Шарики. Раз, два, три. Проездили мы, конечно, по магазинам дольше, чем я планировала. Сейчас у меня на вечер довольно много дел осталось. Я надеюсь, я все успею. Все время вот так перед какими-то праздниками, перед гостями, вечно вот бегаешь как заведенный. Куча дел. Во-первых, мне нужно будет сейчас с Тёмой украсить немножко его комнату, сделать такую фотозону. Также мне сегодня нужно замариновать мясо на завтра и сделать кое-какой соус тоже для гарнира небольшой. В общем-то, это я делаю для тех людей, которые не едят суши, не очень их любят. Вот, есть у нас такие родственники, поэтому приходится что-то придумывать и для них тоже. И плюс еще нужно провести такую легкую чистовую уборку. Это, получается, сантехника, полы и пыль. Ну, так, поверхностно как бы. Так, сейчас, наверное, я начну с уборки, потому что это самое трудоемкое. Вот, а потом мы поужинаем. И потом уже все остальное. Кстати, в итоге Тёме я взяла вот такой на день рождения торт. Называется торт бисквитный тирамису. Вообще все торты, у них углеводов довольно немного. Вот 43 углевода на 100 грамм. Но, конечно, из-за муки они дают хвост через 4 часа где-то. Ну, в общем-то, я потом сразу отслеживаю. Как только по либре начинает повышаться сахар опять, я еще колю. I bet you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. Перед гостями у меня идет очень быстрая, легкая уборка. Первым делом это, конечно же, ванная и туалет. В ванной это по большей части сантехника, сама ванна и раковина, зеркало. Здесь, кстати, еще решила долить уже средства для прочистки труб, так как в последнее время уж очень плохо уходила вода.
муж говорит, что там надо какой-то шланг менять, что простая прочистка не поможет уже. Поэтому временно спасаюсь этим средством, пока не заменится шланг. У Тёмы в комнате я совсем недавно убиралась, поэтому сразу перехожу в большую комнату. Здесь все тоже довольно быстро. Убрать пыль со стенки и других горизонтальных открытых поверхностей, именно видимых, а также навести порядок у меня на столе. Before I'm too invested, I should probably ask you, ask you all my questions, get to know you better. Why can you be trusted? Will you take me for granted? Will you let me down? Before I'm too invested. Ну и после уборки стали уже украшать шариками детскую. В очередной раз я пожалела, что заранее не купила электрический насос. С ним гораздо удобнее надувать шарики. Правда, заглядываясь на него каждый раз, у меня в голове постоянно пробегают мысли, что зачем мне нужен этот насос на тот момент за 2000 рублей, если я им буду пользоваться, ну, от силы раз в год. И так каждый раз я откладываю. К тому же, чаще всего мы стали шарики надувать гелием. Плюс я не очень уверена, что в следующем году я захочу сооружать такую же гирлянду, потому что это довольно кропотливый процесс. Да и Тёме больше интересны просто шарики на полу, попинать и покидать их. Гирлянды – это скорее уже про девочек. Так, ну вот и настал Тёмин день рождения, и один из подарков я ему взяла вот такую штучку в ленте. А здесь, короче, конфетки с разными вкусами. Там, например... Так, это какой вкус? Например, что там у нас? Собачьи консервы. Пойдем посмотрим, какие вкусы бывают. Ну что, Тёме у нас попалась какая-то оранжевая. Это у нас малина или перец чили. Нет, дыня, да. Да. Перец чили? Перец чили. Острая или малина? Малина. Малина? Там еще есть смородина или консервы. Вот Тёме попадалось. Ананас или дурман. Мне ананас, слава богу, попался. Ну, у меня попалась малина. Ганская цифра 8. Ой. Ой. Вчера полночи надували эту цифру 8, она такая гигантская. А прикинь, когда мне исполнится 10 лет, надувать цифру 10. Да. Там будет 1 и 0. Ага, а тут цифра 8. Ой, ты ее побереги, нам хоть сфотографироваться с ней. У тебя большой шарик есть. Ты его можешь популять, а не цифру 8. Мама, у меня она такая хорошая. Понятно. Опа, ой-ой-ой. И вот такое сооружение у нас вчера вечером получилось. Конечно, на самом деле довольно трудно с этой гирляндой. Хотя тут в комплекте, это, кстати, шарики и набор из Фикспресса, тут в комплекте есть... Вот такая вот лента, куда можно вдевать шарики, и она будет держаться. И я так поняла, чем меньше надуты шарики, тем намного лучше. Осталось буквально немножко до прихода гостей, поэтому мне нужно еще успеть там кое-что подготовить на кухне. Вот. Но я сегодня на самом деле не очень выспалась, потому что Тёму приходилось два раза ночью подпаивать, вставать где-то, по-моему, в 2 утра и 5:30. Причем 5:30, когда я его разбудила и давала ему сок, он такой проснулся: «О, уже утро, я хочу типа день рождения уже». Я говорю: «Тёма, подожди, 5:30 еще утра, мы еще не проснулись». Но благо он заснул и где-то
да без 28, по-моему, поспал, и нормально. Но я вообще никакая сегодня, потому что вчера мы, по-моему, в час ночи легли, пока надували эту цифру 8, и у меня еще и голова болит. Ну, в общем-то, нормально. Как-нибудь проживем этот день. А в качестве такой обычной еды я хочу сделать, во-первых, у меня здесь маринуется курица в соевом соусе и специях на гриле. Я хочу ее сделать быстренько и очень вкусно. И плюс еще хочу запечь картошку в мундире. Так вот это надо, наверное, будет обрезать. Испробую как раз свою новую форму, которую покупала в Ашане. И у меня сверху картошки вчера вот сделала такой, ну, что-то вроде соуса. Здесь грибы, лук и сливки. Это все пойдет поверх. Ну что, мы в 5-минутной готовности, можно так сказать. Вот так вот раздвигаем стол. И видите, тут совсем маленький проход. Ну, вот помещается сюда, в принципе, 9 человек. Тема тут во главе стола сидит. И вот тут вот куча суш, пицца. Я еще тут, конечно, грилила, и поэтому открыла окно, чтобы вышел дым, а то я надымила. Картошка у меня там еще печется. Вот, кстати, мясо, которое получилось. Сейчас осталось все суши распаковать. Вот, кстати, Тёма будет есть из такого вот набора Майнкрафт. Тут 6 тарелок. Я подумала, что не будем мы угощать гостей из бумажной посуды. Вот, все-таки решила стандартные поставить. Потому что в любом случае тут и 6 тоже в наборе, поэтому не хватит. Вот, а он будет. Тут есть колпачок, тоже можно будет одеть. И вот такая тарелочка. И стаканчик, ну не знаю, будет он пить из него или нет. Поставлю, а там посмотрим. Загадывай желание. Ща. Исполняйся. Ура! Так, ну что, гости у нас разошлись все. Вот, а я хотела показать вам, что же Тёме подарили на день рождения. На самом деле, прикольные подарки. И все осознанные, он прям какие-то подарки точно заказывал. Так, у него тут уже цифра 8 на шариках летает. С недавнего времени Тёма увлекся Лего Марио. Вот, и в этот раз ему подарили стартовый какой-то набор. И там как раз есть фигурка Марио. Вы только посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Есть! Прошел игру! Да. И он, короче, тут показывает, сколько монеток 15. Собрал. 15. Марио, если на синий Марио наступит, то он показывает на своем диаметре воду. На своем этом экране. Ну, экран. Если он наступит на зеленый. На зеленый, то тот будут, то тот будет лес. А если на лаву, то ему очень горячо. Он даже мигает. Вообще супер. Ну, кстати, такие фигурки не во всех есть наборах Марио. Первый раз, когда мы купили набор вот Лего Марио, там просто были вот эти вот все препятствия, ну, небольшой такой трек. Вот, самих фигурок не было. Меня еще тогда удивило, почему так вообще самого главного героя и нету. А оказалось, потому что этот Марио вообще, он и определяет цвета пластин, и, соответственно, какие-то знаки показывает, и моргает, и музыка у него там есть, и очки он считает. Можно несколько наборов Лего соединить в один большущий трек и проходить вот как в настоящей игре. Вообще круто просто на самом деле, но Лего, конечно, Марио, он, ну, подороже уже, чем обычные там Ниндзяго, например, или Майнкрафт. Что тебе еще тут подарили? Так, мы еще подарили Тёме вот такую вот игру «Драфтозавры».
Паудзовом такая игра была прикольная. Так, что-то тут еще у тебя какая-то космическая викторина. Не знаю, что это. А, это что-то вроде настольной игры. И сверху еще что-то, какая-то викторина или что-то тут такое. Тоже, короче, настольная игра. Настольные игры, на самом деле, в таком возрасте самое то. Кстати, вот сама коробка Лего. Получается, вот такой он называется, стартовый набор. Еще, кстати, был вот такой робот. Ну, это модельку типа там собирать. Коробку уже, к сожалению, выкинули, когда успели, непонятно. Он ездит на солевой энергии, то есть надо развести там водичку, соль. И он будет постоянно-постоянно крутить свои колесики, будет ехать вперед. Интересная такая моделька. Тёма сам собрал. Так, ну еще, конечно же, был стандартный набор Лего Майнкрафт. Это он точно заказывал, как бы мы Лего выбирали. Лего набор Данжес. Данжес? Данжес. Ну хорошо. Написано Майнкрафт. Майнкрафт Данжес должен быть. Айленд. Не знаю, по поводу твоей футболки говорила я или нет. Покажись-ка, какая у тебя красивая футболка. Вот, вот такая у него хаги-ваги футболка. Выбирала самую страшную, которую можно, только бесконечная пасть у него получается, да? Нет. Или не двойная просто пасть? Ну, двойная. Двойная. И все это светится у него, по-моему, светятся тут глазки, да, по-моему, или что у него тут светится? Глаза. Глаза светятся в темноте. Вот, и надпись, вот эта вот часть надпись. И вот зубы. И зубы. Вообще жутко смотрится на самом деле. Что-то он там... А, он спит! Он вообще как тамагочи получается. Я, кстати, забыла рассказать, что, в общем-то, Тёма съел 3 куска пиццы. 1 кусок вот этого торта, тирамису. И, в общем-то, я его подколола где-то на 2 хлебных единицы. И все прошло. Единственное, конечно... Получается, что он корочку от пиццы не ест. Он ест только самую вкусную вот эту вот часть, где все намешано. А саму корочку, где тесто, он не ест. И это, наверное, спасло, потому что пицца была довольно-таки тонкая. Вот, а сейчас он схватил и побежал вот этот вот киндер-ломтик. Ну, а что делать? У ребенка день рождения. Я еще ему подколола сейчас... Ну, на 2 тоже хлебных единицы. Пицца, наложенная на торт, они выдают стабильный такой повышенный сахар. У него сейчас была 10. Кстати, я очень люблю тихое время после всяких празднований, день рождения там или каких-то праздников, когда все гости расходятся и наступает такое умиротворенное состояние, когда ты можешь себе позволить не убираться, у тебя куча еды вкусной в холодильнике. Вот, и прям кайф. У меня еще тут, кстати, в ванной, пока вот у нас были гости, тусовались мои новые растения. Я вот тут на днях ездила в Оби, они открылись, все прекрасно. Кстати, делала небольшой обзорчик в моем телеграм-канале. Там, кстати, намного быстрее появляются всякие новости о нашей жизни. И иногда я выкладываю туда всякие обзорчики покупок, магазинов. Вот так что обязательно подписывайтесь. В Оби, конечно, прекрасный выбор растений. Не смогла я пройти мимо некоторых из них. Вот я взяла вот такую дифенбахию. Мне она очень понравилась своей расцветкой. Хотя мне сказали, что она ядовитая. Но, в общем-то, некоторые растения тоже бывают ядовитые. Тот же, по-моему, замиакулька. Но если его не трогать и сильно не жевать, то оно нормально как бы приживается в квартире. Также еще взяла традисканцию. Это, по-моему, Рео традисканция. Мне очень нравятся все-таки вот эти фиолетовые листики. Ее, конечно, немножко реанимировать надо, но ничего, она у меня воспрянет духом, если за ней хорошо ухаживать, и будет нормально. Это у меня драцена сюрприз. Сюрприз, что из нее там вырастет. Еще одна драцена. И вот эта пеперомия.
Она мне очень нравится своими листочками, такие красивые, такие упругие. Еще одно висячее ампельное растение. Надо будет в скором времени сделать крючки на окнах, потому что их надо куда-то подвешивать. На карнизы не очень удобно это вешать, потому что у меня тюль и шторы, и не очень удобно. Вот, поэтому надо будет искать другой способ крепления. У меня, кстати, уже 3 ампельных таких растения подвесных. Такие кашпо, они, конечно, самые удобные, но не очень эстетичные. Я заказывала с Алиэкспресс всего лишь одно красивое кашпо. Ну, посмотрим, вот оно придет. Если мне понравится, я еще 2 дозакажу. Потому что в любом случае их надо будет пересаживать, потому что ампельные растения, ну, по большей части любят воду, их надо чаще поливать. И получается, что в них заводятся мошки, вот в тех растениях, которые надо часто поливать, в них заводятся мошки. Кстати, тут я видела, одна летала, поэтому мне их нужно сейчас будет пролить одним средством. Я его вычитала в Ютубе, который убивает сразу на повал. Вот, поэтому надо будет их обработать, чтобы никого там не завелось. Вот эти игрушки явно приспособлены для детей. Тёма еще обнаружил одну способность у Марио, которая не описана в инструкции. Я не видела. Ну, давай, показывай. Ага, все, наверное. Ему нравится, когда ты его так трясёшь. Оп. У него закружились глаза, если успели увидеть. Я бы никогда... Ты, наверное, уже тестируешь, да, чтобы какие у него могут быть функции. Сейчас еще что-нибудь найду.